В Иванове горел Volkswagen. Во вторник утром на улице Красных Зорь вспыхнул автомобиль. Сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС в 8 часов 17 минут. На момент прибытия пожарных огнем был охвачен моторный отсек и салон автомобиля. Возгорание удалось потушить достаточно быстро. Поврежденная площадь составила всего 1 квадратный метр. Никто не пострадал. Причину пожара устанавливают. Наиболее вероятно, так как возгорание происходило под капотом, то есть наиболее вероятной является техническая причина, но это предварительно.